Балтийский теннис добился на Ролан-Гаррос фантастического результата. Помимо Каи Канепи в четвертьфинал вышел и 19-летний представитель Латвии Эрнест Гулбис. Он дал настоящий бой грозному сербу Новаку Джоковичу, но в упорной борьбе все же уступил. После матча с главным героем мужской части соревнований, который, как выяснилось, на четверть русский, встретилась наш специальный корреспондент в Париже Мария Байдина. Стоя аплодируют проигравшему. Так не часто бывает. Но поблагодарить Новака Джоковича за блестящий грунтовый теннис еще успеется. А вот Эрнеста Гулбиса, которого еще до этого матча называли открытием турнира, публика здесь не скоро увидит. Но запомнит. Малоизвестный даже в теннисных кругах латышский игрок сумел добраться до четвертьфинала Ролан-Гаррос и заставил играть тайбрейк третьего номера мирового рейтинга. Я еще пока молодой игрок, и у меня чуть-чуть рука трясется в таких моментах. Я ждал, что рано или поздно такой результат будет. Просто я не думал, что это будет так рано, и особенно на Ролан-Гаррос. Потому что теннисит не мое самое любимое покрытие. Мне больше нравится играть на быстрых покрытиях. Без больших достижений, но с блестящей подачей и не по годам умной игрой. Гулбису только в августе 20 исполнится. Его заметили в прошлом сезоне, когда он добрался до 1/8 на US Open. Быстрый, мощный и глаза горят. Я когда был молодой, когда мне было лет 10-11, я никогда не тренировался слишком много. Я тренировался около часа, полтора в день. Где-то 3-4 раза в неделю, только начиная там с лет 13 уже тренировался больше. Я приходил на тренировки, я был счастлив. Не наевшийся теннисом, еще не уставший от славы, за несколько часов до выезда в аэропорт соглашается на прогулку по дождливому Парижу с нашей съемочной группой. Абсолютно искренне рассказывает, как читает по вечерам книги на русском языке и надеется на то, что увидит еще блестящий теннис от Марата Сафина. Мне нравится Сафин. Марат, он мне кажется, очень интересный теннис играет, и я, может, играю немного похожим стилем, как он. Он был один из тех русских теннисистов, которые я с удовольствием смотрел сам по телевизору, когда еще в Германии тренировался в академии, смотрел его финал в Австралии, Open, и так. И мне нравилось, как он играет. Нечастое для Прибалта добродушие ко всему российскому объясняет просто: я по бабушке на четверть русский. Так что если случатся еще неудачи у российских теннисистов, российским любителям тенниса есть за кого поболеть. Мария Байдина, Казим Шахназаров, Вести Спорт, Париж, Ролан-Гаррос.